В этом году 110 лет нашему гандболу. Вот, и всех гандболистов, есть такая возможность, я всех поздравляю. И сегодня турнир, посвященный памяти Евгения Ивановича, мы тоже посвятили 110-й годовщине нашего гандбола. Мы все знаем, что Евгений Иванович был основоположником в развитии гандбола на территории бывшего Советского Союза, прежде всего в Украине. И в этом году 110 лет отмечаем украинского гандбола. Этот турнир тоже был приурочен памяти Евгения Ивановича и 110-летию украинского гандбола. Он очень много сделал для развития этого вида спорта. И сегодня в турнире принимали также участие его воспитанники, которых он еще тренировал. Вообще в моей жизни гандбол сыграл серьезную роль. Я в Киев приехал играть в гандбол. Я не думал, что кем-то буду, большим, маленьким. Я приехал в Киев играть в гандбол в 60-м году. А Евгений Иванович – это звезда наша, так сказать, путеводная звезда. Это и отец, и дедушка гандбола. А Евгений Иванович был всегда в форме, он всегда был очень такой заряженный на победу. И он всегда нас учил, если ты, говорит, выходишь не выигрывать, то лучше не выходи на поле. С дедушкой мы практически, я с детства его знал, всегда был у него дома. Все детство всегда было с мячом, потому что и дома мяч первая игрушка. Вот, и характер воспитания, все это шло от дедушки, от отца. Так как у нас всегда в семье пользовались уважением спорт и любовь к дедушке, к отцу, и дочь моя таким же образом оказалась заниматься спортом. Сначала она занималась гимнастикой, но впоследствии ей понравилось заниматься айкидо. На сегодняшний день она мастер спорта по казацкому двубою, чемпионка Европы и мира по этому виду спорта и имеет третий дан айкидо черный пояс. Спорт я с самого детства занималась художественной гимнастикой, потом пришла в айкидо. С тех пор я занимаюсь айкидо, сейчас работаю тренером уже 8-й год по айкидо. Имею третий дан. Также я мастер спорта с казацкого двубоя.
Евгений Иванович к себе пригласил, «Буревестник», я играл за «Буревестник». И, конечно, мы, ну как, ну для нас это был непререкаемый авторитет. Звали мы потихоньку шефом между собой. Вот. Он был очень с большим юмором, очень знающий человек. Он мог встать на 7-метровой отметке, повернуться спиной и по заказу в 4 угла ворот бросить. Прадед заслуженный мастер спорта Советского Союза по гандболу.